берега Камы. Это набережная Челны, где спустя 9 минут, даже меньше, 8,5 осталось до начала матча Мелбет первой лиги. Восьмой тур, КамАЗ набережной Челны, Ленинградец сегодня в гостях. Свисток раздался, и мы начинаем. Свисток от Анатолия Жабченко. Давайте я представлю бригаду судейскую полностью. Был у нас титр. Я его догоню сейчас. Противостояние с моряками. Ну, очко взяли. Гаглоев, подача. Приземляется мяч на сетку. И стерек ближнюю девятку Егор Смирнов. Не стремятся к частым переменам на тренерском мостике. Полез, и можно решать. Ну и как не забивая, сейчас потрясающий момент был. Надо было Батрутдинову открывать счет. 11-я минута. Классный проход. Три матча он судил КамАЗа, и ни разу КамАЗ при нем не проиграл. Неплохо. Удар! И попадает в ворота. Кто это был? Горулев. Здорово сыграл там Сиротов. Показывает нам Сергея Вячеславовича. Не стареют душой ветераны. Пробирается в штрафную. Под левую передача или что? Под правую нет. Ребят, некому покатить, показывает Александр Сергеевич. Солнце. Маркин ставит спину. Отыгрался. Подача от Николаева. Как она? А? Есть? Удар. Неплохо. Уже что-то. И на Маркина же тоже отдавал. Клон Цаку и 53 Кирьякова. Момент может быть. И пенальти однозначно, да. Не успевает Егор Смирнов. И это еще желтая карточка должна быть, наверное, да? 74-я минута. Микушина. О чем говорить-то, ребят? Александр Сергеевич. А Егор Николаевич каков, а? А Егор Николаевич каков? Что, перебить или что? Что показывает Жабченко? Перебить еще и... А была же желтая уже. Ну и смотрим. Гаглоев. Вторая попытка. Ну вот же, можешь. 76-я. Черпачком, Паненкой. Тащите. 1-0. КамАЗ, 76-я минута. Со второй попытки и переиграл Гаглоев юного голкипера. 21 год Егору. Ну а Гаглоеву 32. Колесниченко назад. На Маркин. Ну, кто бить-то будет? Падение. И это что? Да, это штрафное. Это очень опасно. Или это пенальти? На точку показывает или что? Да, пенальти. Если да, ну, фол-то был однозначно. Но это было, мне показалось, до штрафной. Нет, окей. Жабченко был рядом. Он все видел. И угадал Артур, но не взял. Хорош. Михаил Михайлович, первый гол. 86-я минута в этом сезоне. Сравнивает счет Ленинградец. Я думаю, что все. Анатолий Жабченко свистит. Конец матча. Эмоции через край. Но вот закончилось все. Можно и руки пожать друг другу.